Спектакль не удался. В Алматы охранник Акимата вынес журналистку за отказ использования ашык. Ну слушайте, ситуация нестандартная. Журналистка тоже молодец. Пищала не по-детски. Уровень актерки 10+. Или когда охранник девушку аккуратно выносил, нащупал девушке пищательную точку. Ощущение, будто кричит от радости. Осталось крикнуть «Алакай!». Тогда хотела, чтобы тебя носили на руках. В буквальном смысле. Не знаю, айтер халай болса да кокен пшкрте конкретно. Я вот думаю, а если журналистка была упитанной, ну например 100 килограмм, наверное бы с места не сдвинулась. Но чё-чё, охранник опытный мужик оказался, чувствуется прям. Как будто бы кезнде бірталай қызды алып қашқан сияқты. Чётко, да, просто. Басамамос, друзья, все будет хорошо. Будьте добрее.